Ну давай там тебе мы отвезем на больницу. Второй раз за день населенный пункт Бахмут Донецкой области обстреливают вооруженные войска Российской Федерации. Горят жилые дома. За моей спиной вы можете видеть, как спасатели ликвидируют последствия возгорания и разбирают жилой дом, который полностью сгорел за 2 часа. Мужчина, который жил здесь, пострадал не сильно, получил осколочные ранения. Сейчас ему предлагают отправиться в больницу на обследование. Соседи говорят, что прилет был очень внезапно, и дом загорелся буквально сразу. Как он порвало, его или по руке ударило осколком. Ну, хорошо, он где в ветке спрятался сразу. Его как пыхнуло вот так вот. Правильно, так посоединяйте. Он весь крови бедный, давай его вытягивать оттуда. Посоединяйте. Вот, так получается, вы сидели здесь прям? Да вы сидели на скате. Ну, на скате. Вы не травмировались? Не, нормально. Сильно чего-то тяжелое прилетело? Ну, хороший снаряд, да. Дебелый. Как быстро загорелся дом? Сразу, со старта. Сразу. Ну что, летняя кухня, солома. А у вас стекла, да, вылетели? Да, вон стекла, вот, слушай, все ж полетело. Все полетело. Как-то так уже топил человек, жил-жил и пожалуйста, и на тебе. Нам это не стыдно, первый ход, блядь, прыгать там.